Hey, yo. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я, ваш любимый видеоблогер Лирекс. И сегодня я бы хотел порассуждать на тему того, почему я считаю Майнкрафт лучшей игрой в мире. Ну что ж, погнали! Да, я считаю Майнкрафт лучшей игрой на планете. Конечно, это будет звучать довольно странно, но сейчас я постараюсь объяснить, почему я так считаю. Ну и самая главная причина — это, соответственно, свобода действий в самой игре. По идее, вообще, сегодняшний Майнкрафт, да и не только сегодняшний, он почти во всем состоит из того, что сделали фанаты этой игры. Это сервера, различные карты, моды. Ну и многое другое, что есть в этой игре, все это было создано именно в основном чаще всего людьми, которые играют в эту игру и которые сами этого не создают. Конечно, разработчики тоже прикладывают немало сил, но я думаю, то, что именно игроки делают эту игру, можно сказать, вечной, как говорится, Майнкрафт вечен. Я считаю, кстати, что да, это именно так, вот так вот я плавно перехожу от одной темы к другой. Майнкрафт, он еще помимо этого вечен. По идее, благодаря тому, что его большим стимулом развития этой игры является, по сути, само комьюнити этой игры. Да, сейчас звучало немного странно. Вот. И также, еще я бы хотел обсудить довольно интересную тему насчет этой самой игры, которую мне сейчас будет очень сложно описать, наверное, я записываю не с первой попытки, сразу говорю. Это, как бы так выразиться, потенциал самой этой игры. Вот представьте себе Майнкрафт. Ну вот есть Майнкрафт, да. И Майнкрафт, представьте себе перенести в Майнкрафт реальную физику, ну получается, вот нашей планеты. Это, если вот вы это представили, то, поздравляю, из этого можно сделать, по идее, все что угодно. Сейчас я постараюсь пояснить, к чему я клоню. Вот смотрите, например, каждый раз человечество... Да, сейчас довольно будет глобальная тема. Открывает что-то новое, прогрессирует, развивается. И вот как, казалось бы, тут может помочь Майнкрафт? Все просто. Если создать виртуальное пространство, которое будет содержать в себе физику нашего мира, да при этом еще и открытый мир, да при этом еще все, что к этому нужно, ну, конечно, тут еще можно поспорить, то, по идее, это действительно получается чуть ли не величайшая игра на планете. Вообще, таким образом, если, например, принести опять же реальную физику и много из нашей планеты, нашего мира, в виртуальный мир, который Майнкрафт, но с реальной физикой, как я уже несколько раз говорил, то это может помочь во многих отраслях жизнедеятельности человека, то бишь как научной, экономической, медицинской. Да, сегодня уже есть Education Edition, которая во многом этому помогает. Но если прибавить к этому еще и более реальные условия, так скажем, нашего мира и в виртуальном, боже, сколько раз я уже это говорю, то, по идее, это может очень многое значить для человечества. Да, я сейчас не знаю, смогу ли я нормально это описать, потому что вот я сейчас говорю... Я несколько раз уже пытаюсь записать, и вот я сейчас пытаюсь выразить эту мысль. Но я думаю, в принципе, вы, наверное, поняли, что я имею в виду. Да, это вот так вот, как бы, по моему мнению, Майнкрафт, он может действительно помочь человечеству со своей свободой действий, и если перенести в него еще и физику реального мира, то это действительно будет величайшая игра человечества. Конечно, звучит это, согласен, глупо. Как по мне, даже очень, но вот просто представьте себе. Вот такой вот утопичный мир с таким вот Майнкрафтом, который помогает человечеству. Да, я очень надеюсь, что я более-менее смог описать то, что у меня в голове. Потому что вот я не знаю, как это нормально можно выразить, но вот я сейчас постарался вроде бы, наверное, немного понятно. Да, возле меня, как обычно, шум реки. Ну, как обычно, пока еще не знаю, но как в прошлом видосе, это да. И вот, в принципе, опять же, подводя итоги, Майнкрафт — это, как по мне, лучшая игра на планете, которая была, в принципе, когда-либо создана, из-за, опять же, своей свободы действий, которая в будущем потенциально может привести
Ко многому. Ко многому хорошему. Может быть, конечно, плохому, но я надеюсь, что если правильно использовать эту игру, так скажем, то она действительно может помочь человечеству. Да, звучит, конечно, странно. Майнкрафт помогает всему человечеству. Я, конечно, за этот видос много раз повторился, но, опять же, мне его записывать достаточно трудно, потому что очень сложно выразить свои мысли, и я так не привык делать, но я очень надеюсь, что я сумел это сделать. Так что давайте не буду затягивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Thank you.